Скрытые таланты знаков зодиака. Каждый человек, без исключения, имеет какой-то талант. Кому-то везет, и он обнаруживает его, и начинает стремительно развивать, используя в повседневной жизни. А кто-то, прожив всю жизнь, так может и не узнать, какую уникальную способность имел. Если вы еще не открыли свой талант, то это видео поможет вам. Овен. Скрытый талант Овна состоит в том, что он способен разбираться в любой технике. Овны запросто могут разобрать и собрать холодильник, стиральную машину или микроволновую печь. Но для начала им, конечно же, нужно этому научиться. Телец. Уникальная личность в плане стойкости и несгибаемости. И именно в этом состоит их скрытый талант. Иногда они даже и сами не подозревают, что обладают колоссальной стойкостью духа, даже при самых сложных проблемах и обстоятельствах. Близнецы. Красноречивых близнецов звезды наградили уникальным даром убеждения, который они используют практически во всех жизненных сферах. Благодаря дару убеждения, высокому интеллекту и умению грамотно выстраивать отношения, они могут добиться в жизни небывалых высот. Рак. Главный талант людей этого знака зодиака заключен в умении создавать вокруг себя комфорт и уют. Благодаря этому раки неосознанно притягивают к себе людей, которые нуждаются в заботе и опеке. При этом создание домашнего очага эти представители ставят на первое место. Лев. Этот знак знает секрет, как при любых обстоятельствах выглядеть идеально. Они понимают, что природа наделила их уникальным талантом научить людей, как даже в тяжелых жизненных условиях иметь идеальный внешний вид. Дева. Многие девы не знают, что у них есть талант к экстрасенсорике. Благодаря своему аналитическому складу ума, они способны понять каждого человека. И не просто понять, а помочь ему разобраться в той проблеме, с которой он обратился. Весы. Если в вашем окружении есть представитель знака зодиака Весы, то вы наверняка заметили, что находясь с ним поблизости, можно ощутить внутри себя некую гармонию и мелодичность. А потому большинство весов запросто могут стать великими поэтами или музыкантами, творения которых способны покорить весь мир. Скорпион. Скрытый талант скорпионов состоит в том, что они имеют очень хорошее чувство юмора. Они способны высмеять или подколоть человека таким образом, что он совершенно не обидится и воспримет шутку как самоиронию. Скорпион знает, как шутить, чтобы не задеть самолюбие даже самой чувствительной натуры. Стрелец. Люди этого знака могут стать великими учеными или преподавателями. Они являются стратегами, которые вначале впитывают нужные знания, а потом делятся ими с тем, кому это в действительности нужно. Причем стрельцы настолько просто и понятно могут преподносить информацию, что понять ее сможет любой человек. Козерог. В большинстве своем козероги имеют острый ум и небывалую хитрость. А потому, можно сказать, что их скрытый талант состоит в безоговорочном лидерстве и всевластии. Если козерог разовьет в себе черты лидера, он может стать уверенным, справедливым и требовательным руководителем. Или даже революционером, за которым пойдет толпа. Водолей. Вселенная наделила водолеев изобретательностью. Это генераторы идей, которые постоянно создают что-то новое. Водолею обязательно надо развивать этот талант, чтобы однажды о его изобретении узнал весь мир. Рыбы. Представители рыб – это лучшие слушатели и поглощатели негативных эмоций. А потому они могут стать великолепными психологами и психиатрами. Рыбы способны настолько чувствовать внутренние эмоции людей, что создается ощущение, как будто они проникают в самые отдаленные уголки души и вытягивают оттуда все самое плохое, освобождая человека от негатива. А какой талант у вас? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр.